Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дарь Риди. И мы продолжаем проходить игрушку «Будни героев». У нас не получается, у нас все крахом идет. Вот я решил взять вот три вот таких самолетика, они очень хорошо помогают. Дайте, я не понимаю эффект, какой мне дают. Вот, мне лучше вот эти больше нравятся. Так, что купить на мои деньги? Я думаю, дополнительные эффекты мы купим. Kill Tick Damage. Приобретем. То есть мы более сильные стали, больше на здоровье. Что ж, плеер. Используем свой луч и побеждаем очень быстро, причем ни разу он меня не попал, не задел. Так, сейчас мы накопим свой луч и пойдем в атаку. Так, вроде нормально. Мелких быстрее побеждать. Окей, все нормально, заработали деньги. Блин, ну сейчас там, я не знаю, может быть и не пройдем. Так, там где опасно, надо вот тут рядом стоять, чтобы птичка нас не достала. 16% у меня здоровье, я в смысле про здоровье. Да, но это уже посложнее будет, птичка. Окей, победили, и мне дали плюс бонус еще. А, так, что-то конгра... Непонятно. Ну, нажмите на паузу, если что, прочитайте. Ух ты, новый костюм мне дали. Мне реально, ребят, круто повезло. Так, я могу что-то выбрать. Нормал или хард? Конечно же, нормал. Так, костюм. А, новые костюмы не открылись. А, все, короче, старые. У меня те все старые пропали. И теперь более сложный уровень у меня. Так, стал. Можно, кстати, я могу теперь в хард играть или в нормал. Дальше нажмем play. Так, тут я ничего взять не могу. Я могу, в принципе, поменять характеристики просто. Ну, я думаю, так и оставим пока что. Так. Ну что, я могу, давайте зайдем в магазин. Что тут можно будет приобрести? Короче, у меня есть новый костюм. Что он мне дает? В отличие от этого старого. 35 kills, это очень круто. Damage плюс 25, я буду более сильным. Логический страйк, это тоже, наверное, хорошо. Так. Wrath of Fire плюс 60, это скорость атаки, скорость передвижения. Да, я думаю, это будет очень эпично. Так что вот так оставим. Вот этот костюм пока что. Как он называется? Batman Soft. Это получается, какой он? Вот этот, за 27 тысяч. Ничего себе, мне подарочек за 27 тысяч. Есть за 29 еще и за 31. Но пока что вот этот мне, в принципе, подходит. Вот этот будет мега крутой, да. Ладно, пока что так. Ух ты, Damage 700, нифига себе. Мне вот эти вертушки нравятся, вертуханы. Так что давайте возьмем один. Урон хороший у него. А вот эти, я думаю, стоит продать. Так, возьмем вот так, сделаем. 375 это 700. А на оставшуюся, на выручку, мы купим какой-нибудь эффект.
За 3,5. Так, Hilts. Hilts плюс 2. Хеллинг, так. Ух ты, ничего себе. Давайте возьмем вот такие простые эффекты. Пока что вот так. Дальше разберемся. Вот этого я бы хотел, конечно, бы открыть. Окей, дополнительные эффекты я могу взять. Я бы, конечно, Kilts взял. Damage плюс 15. Что-нибудь бы из этого бы взял. Вот этот бы я взял за 11. Ладно, потом попробуем приобрести его. Ладно, пока что гол. Так, начинаем мы отсюда. И у меня вот такой вот эффект. Очень такой неплохой. Причем его очень много выползает. Ну и перезарядка, в принципе, быстрая. Ну, очень много здоровья отняли у меня. Было 60,14. Такие вот лучи очень хорошие, блин. Ну, мне понравилась атака этого оружия. Так, еще один дроид, но он мне не нужен, мы его продадим, поэтому. Так, что мы можем купить? Я хочу что-нибудь из нового эффекта купить. Бронюшку возьмем, давайте бронюшку. А старую, наверное, продадим, да? Самую дешевую вот эту у нас, да, давайте его продадим. Возьмем вот эту бронюшку. Вот это, я думаю, тоже все продадим. Нафиг нам это не нужно. Кудача дает, ну-ка, 35%. Вот 60% какой-то кудачи. Так, и дополнительные эффекты возьмем. Так, не знаю даже какие. Давайте возьмем аптеку. То есть 68, я буду восстанавливать здоровье. Попробуем победить. Вот такие все, у меня такое вот оружие эпичное. Очень хорошо помогла мне расправиться с боссом. Тут надо очень быть внимательным, очень аккуратно обходить вот эти все препятствия. Одни просто быстрее летят, другие меньше, вот из-за этого сложности. Так, ну вроде здоровье сохранили более-менее. И сейчас на аптечке. Не обращайте внимания, вот вы выпустили оружие и не смотрите, что происходит, а просто наблюдать за тем, чтобы ничего такого плохого не было. Чтобы не напоролись ни на какие пули. Так, ну давай я тебя жду в гости. Окей, выиграли. 51% у меня. Так, дали мне голду. Хорошо, а дальше что? А дальше я что, заново начинаю? Что-то я юмора не понял. Почему я начинаю заново? Так, ладно, используем эффект. Я не понял, мне не надо было его убивать или что, почему я начал заново, как будто бы проиграл.
Так, блин, здоровья у меня мало совсем. Это что, был последний босс или что? Я не понимаю. Ну да, понятно, она меня не укусила. Ну все, мы победили. А где финиш-то? Так, босс. Или его надо несколько раз победить, что ли? Так, давайте, давайте тогда продадим вот эти. Я хочу более сильные купить. Так, сейчас мы купим более сильные. Вот эти хочу купить. Чтобы стать эпичнее. Возьмем... Аптечки возьмем. Так, достижение. Ну и гоу. Это что, два последних босса? Не такие они что сложные. Я бы сказал, даже легкие. Предыдущие боссы были намного сложнее. Когда они взрываются, они из них тоже звездочки выпадают. Так, отлично. Ну-ка, если она меня сцапает, интересно, что будет. Я вот не буду сейчас подходить. Буду наоборот подальше держаться. Да, она просто у меня отняла проценты. Это не так уж страшно. Так, ну и чё? Points 15. Не понимаю, есть продолжение или нету. Это для меня остается пока загадкой. Ну мы постоянно переигрываем и ничего не происходит. Давайте шарфик купим. Шарф плюс 5 хилдс, дэмэдж. Кубики уберем, шарф возьмем. Так, и дополнительный эффект какой-нибудь возьмем. Так, вот тут дополнительные эффекты. Так, конфетка дэмэдж мне даст. Давайте вот так возьмем. Или мне надо на сложности, что ли, выиграть, я не понимаю. Ты меня просто зажали. Я думал, будет какой-нибудь финал эпичный, там концовка, а тут что-то ничего не показали, очень странно. Как эту ворону побеждать? Вообще, по идее, ворона очень легкая. Очень мы легко с ним справляемся. Ну, она напоролась. Что-то энергии 20% damage. Ну хорошо, давайте попробуем на сложном победить.
Это нормал, сейчас в хард. Так, ну для этого мне надо что-нибудь посильнее. Давайте вот возьмем вот эти эффекты. Дополнительные к хилдс и к хилинг. Попробуем, может я, ну, буду исцелить. А, на сложном уровне я заново, короче, начинаю. То есть тут уже более такие, ну, вожаки эпичные. Ну понятно, и заново так начинаем всех мочить. Но у меня уже более крутое оружие. С простым оружием тут уже так не победишь. Понятно, и так, короче, будет продолжаться. Это, видимо, был конец, завершающий уровень. Жалко, не показали концовку, могли бы концовку показать. Может быть, концовка будет, если... Ну, кстати, вот тут продолжение идет. А, давайте завершим на этом серию. Я узнаю, есть ли продолжение, будет ли. И обязательно с вами свяжусь. А пока что, ребят, пока-пока.